глухих лесах, в степных просторах, нигде врагам дороги нет. Ученики Свято-Сергиевской гимназии пытаются представить себе, что такое пограничная служба. Ребята учатся в подшефном классе ветеранов пограничного управления ФСБ. И не только из книжек знают о службе защитников рубежей Родины. На границе нашу землю бережет, чтоб работать и учиться мог спокойно весь народ. На такие занятия к ним приходят офицеры в отставке, всю жизнь посвятившие нелегкой пограничной службе. И уже из первых уст дети могут узнать о важности охраны российских рубежей. Встречают гостей гимназисты не с пустыми руками. В своих поделках дети попытались отразить нелегкую жизнь на погранзаставе. Мне очень понравилось это мероприятие. Еще гости приехали, даже ветераны. Мне понравилось, как я сделал свою поделку. И думаю, что всем гостям тоже понравилось. Отряд юных пограничников представил свои работы на конкурсе «Граница глазами детей». Ветераны пограничной службы ФСБ старания ребят оценили по достоинству. У нас есть каждую неделю занятия происходят, составлены со школой заключен небольшое у нас соглашение по участию ветеранской пограничной организации в проведении занятий. Мы проводим постоянно рассказы, лекции, какие-то практические занятия, ну и, соответственно, иногда вот такие вот мероприятия. Придут ребята пограничники, мы будем рады. Не придут, а станут просто хорошими людьми, мы тоже еще больше будем рады, честно говорю. Ветераны-пограничники уже выпустили один подшефный класс и в этом году опекают первоклашек, некоторые из которых уже со школьной скамьи видят себя пограничниками. И этот день, возможно, станет первым шагом к их мечте. Алина Баташева, Юлия Житная, Назир Капушев, Архыз, 24.